зрители. Сегодня мы находимся в Москве на выставке «Линжери Шоу Форум». 6 сентября, последний день работы. Стенд компании «Анабель Арто», которая становится с каждым днем, скажем так, все известнее и на российском рынке, и на международном. Представляю вам директора представительства, да, так правильно называется, в Ростове-на-Дону, Елена Морозова. Она расскажет о сегодняшнем дне компании. Ну, а вам будет интересно послушать ее. Так, вот я беру камеру. Елена, представляйтесь. Елена Морозова, руководитель ростовского филиала, руководитель фабрики в Ростове-на-Дону. Представляю нашу торговую марку здесь, на московской выставке. Мы уже участвуем не первый год, очень довольны. Выходим на международный уровень с нашей продукцией. Очень довольны нашими клиентами, очень довольны тем, какой отглас идет за наш товар. А они вами довольны? И они нами довольны. То есть я говорю, отглас от наших клиентов, да, и от нашего товара. Да. И с каждым годом все слышу больше и больше хороших впечатлений и от продаж, и от показа нашей новых коллекций. Скажите, в каких городах у вас уже представительство есть в России? В России, значит, Санкт-Петербург, Краснодар, Челябинск, Саратов, Белгород и Ростов-на-Дону. В Крыму. Понятно. Крым, Севастополь и Симферополь есть фирменные магазины. Ну, вы из Ростова-на-Дону координируете всю работу в России, да? Да. То есть вы головной здесь офис? Да, да. Почему головной офис в Ростове-на-Дону? Потому что находится еще и фабрика в Ростове-на-Дону, где с фабрики уже распределяем наш товар по всем городам, всем филиалам нашего представительства. Скажите, а работаете вы с магазинами напрямую работаете? Или в своем только вот регионе? Остальные должны обращаться в представительство? Значит, представительства разделены по территориально, да, то есть там Челябинск обслуживает все вокруг рядом города. Те, кто далеко и отдаленность очень большая, то мы отгружаем с Ростова-на-Дону. Понятно. Рассказывайте о коллекции, о предложении. Значит, предложение о том, что мы предлагаем в этом году, да, это новые купальники 2017 года, это новая коллекция. Это вот там, она да, здесь, давайте? Да, она здесь представлена, пойдем. Ну, надо сказать зрителям, что сейчас последний день, и многие образцы уже убраны. Да, вот да, кронштейны, да, вижу, сняты. Да, вот такое изменение небольшое перед интервью, да, так как мы, повторяюсь еще раз, международная уже компания, и выставка участвуем не только здесь, в Москве, но и вот приехали с выставки Бурно в Чехии, следующая выставка в Киеве завтра начинается, поэтому некоторые образцы были там, ну, в единичном. Ну и представляли вы и в Париже, там и тоже я в Париже, в том числе, помню этот, да, стенд, да, да, и да, надо, да, сказать, что я хотел записать интервью раньше здесь у вас, вот два дня, но я не смог, потому что у вас все время люди были, вы все время заняты, а отвлекать нельзя от работы, хорошо, которая приносит деньги. Хорошо. Да, действительно, большое было количество людей, которые хотели увидеть новую коллекцию, особенно поток людей был после показа, поэтому, ну, там мы с вами не встретились ранее. Значит, коллекция 2017 года, на что хочу обратить внимание, что нового, да, это перфорация с эффектом татуажа, с вот такой прозрачной, да, то есть на, да, теле не видно сетки, свежей, не видно, да, а виден только рисунок, как будто на теле нанесен татуаж. Тату, да. Вот в таким новом формате. Так, о, сзади на спине. Да, да. Технология интересная. Технология интересная. Значит, дизайн, так как у нас свое дизайнерское бюро, свои дизайнеры, которые используют новые технологии, которые черпают из всевозможных поездок своих по стране. Ценовая категория средняя.
значит, средняя серия люкс купальник в опте стоит в районе 1600-1700-1800. Ваша отпускная цена? Наша отпускная цена. До 1800? Да. Это серия люкс, которая относится... Видите, какой доступный люкс. 1800 рублей самый дорогой. Значит, новая коллекция, которая с высокими трусами. В таком морском стиле, в красном, в черном и в синем. Да. Вообще, сколько моделей купальников в коллекции? Моделей купальников в общем... Сейчас затрудняюсь. Много. Много, да. Большая коллекция. Большая коллекция, да. Представлена в разных цветах. Значит, в одной модели представлена, то есть именно в одном цвете, но несколько вариантов. Все возможные, да? Да, вот я сейчас покажу каталог. Вот здесь каталог. Это еще эскизный, да, вариант. То есть это не основной, это рабочий каталог у вас? Это рабочий, да, это не рабочий имиджевый. Для наших... Нет, еще не имиджевый. Значит, это рабочий для того, чтобы можно было... Делать заказы. Рассказать, угу. Да. В этом году... вкратце, давайте вернусь. Вот эта коллекция, которая сейчас на манекене, купальник, свадебная. Вот она, в белом цвете, да, там в белом, в голубом, в черном и в розовом. Да. Рекомендуем для невест, которые устраивают свадьбы на пляже. Да, на пляже. На пляже. И вот этот вот самый дорогой купальник, нет? Ну, один из дорогих. Это который 1800 стоит? Да. И вот такой. Пляжная одежда представлена, так как компания очень романтическая и... создаю такие модели, которых, ну, наверное, ни у кого больше нет. То есть представить нашего последнего клиента на пляже в длинном халате в красивом купальнике с эффектом татуажа. И с таким вот прозрачным, полупрозрачным. Да. Он развивается на солнечном пляже. Блестит. Да, ветер, да. А цвет какой? Цвет только в черном. Только в черном, только да? В черном, да. И вот эта вот новая такая вот рубашка, хлопковая, да, из натуральных волокон. Ну, это как такая домашний вариант тоже. И пляжный, и домашний. Пляжный вариант, значит, набросили на купальник, она практически не светится. И в то же время она удлинена, что вы можете ее идти только в ней. Что стоит? Тоже в районе 1500. Понятно. Там у вас какие-то интересные купальники. Вот эта коллекция вот такого купальника. Тоже морской стиль. Тоже морской стиль, значит, и совместно, да, да. И раздельно. Новая коллекция. Ну вот, с купальниками познакомились. Это малая часть ассортимента. Которая представлена здесь, да. Так, еще раз напомню, что есть базовая коллекция и есть коллекция люкс. Значит, в этом году мы поработали с нашими клиентами непосредственно по предзаказам, для того, чтобы сделать предзаказ на 2017 год. Для чего это делаем? Чтобы сохранить хорошую цену, рекомендованную, которую мы рекомендуем для продажи. И купальник не попадал на рынки или в те магазины, которые бы мы не хотели. Недостойные магазины, да. Марки. Да. То есть, ну, вот такой наш опыт, и мы к этому хотим и стремимся. Кстати, так как в Европе открываются магазины, прямо Анабель Арто, да. В России вы планируете или нет, да, делать свои, да, или франшизные, партнерские? И предлагаем и франшизу, и открывать будем свои магазины. Понятно. Сейчас уже один магазин открыт в Краснодаре, наш магазин, бутик, значит, в торговом центре «Азмол». Очень хороший принес результат в августе месяце, хотя сезон сдвинулся немножко к осени. Поэтому мы там заработали 1 миллион. Очень хорошо. Это оборот, оборот. Магазина. А площадь там какая? Сейчас 40 квадратов. Хорошо, начало. Для начала это же будет все раскручиваться.
Да, сейчас подали заявки в различные другие торговые центры. Ждем результатов и будем приступать к делу. Если кто-то захочет подключиться из других городов к вашему проекту, то вы с удовольствием примете, рассмотрите эту заявку. Да, и включаем, помогаем, предлагаем. То есть сопровождение полное. И как сейчас есть предложение, то есть люди пришли к нам вот сейчас на выставку. Одна из Москвы, другая клиентка из Тольятти по поводу франчайзинга. Да, и надо же добавить, что вы, в принципе, даете все категории основные, да, и купальники, и корсетку, и полный, домашку, полный все, да, мы не, и даже колготки. Даже колготки, да, то есть заполняемость магазина на 40-60 квадратов полностью может быть нашей продукцией. И у вас очень романтичный стиль в оформлении магазинов. Очень красивые, да, да. Сейчас ни на что не похожий. Сейчас немножко изменения там в дизайне, да, улучшения намного. Сейчас вот в Киеве последние магазины уже открылись по новому формату. Я его увижу, этот магазин, да, через 3 дня. Хорошо. Вот. Тогда снимите, покажите нашим обязательно, клиентам. Обязательно. Он очень красивый, и в такой магазин зайти и ничего не купить, это просто невозможно. Ну, еще... Очень у нас хороший, да, персонал, то есть продавцы. Только хотел добавить, да, что всегда приятные. Подберут любой товар, который понадобится нашему клиенту. И так как я еще раз говорю, что ассортимент очень большой, начиная от купальники, белье, предпостельное белье, халаты, сорочки, домашняя одежда. Домашняя одежда, она очень романтическая. Это не просто халат на завязках, да, это всегда что-то очень удивительное. Ну, это вообще особенность Аннабель Арто. Это создание образа девушки, женщины, очень романтичный, да, да, сексуальный, романтичный. И главное, что эта вся продукция доступна по ценам. Это не, по цене, не, да, люкс там за 15 тысяч, это все очень-очень. Хотя мы используем натуральные волокна, то есть вискозу, хлопок, и очень она и доступна для нашего клиента постоянного, и доступна для всех. Хорошо. Поэтому...